Саш, пошли поможешь. Ну как мы теперь будем праздновать Новый год? Ну вот так вот, без елки. Как без елки? Давай Иру лучше дяде позвоним. Мы никого вмешивать не будем, сами все решим. Помимо тех друзей, что есть вокруг, на свете существует тайный круг моих друзей незримых, неизвестных. Я тоже чей-то неизвестный друг. Где мы елку эту возьмем? Хорошо. Действительно. Да, кстати. Вот же елка. Как мы ее из школы вынесем? Блаженный гуру, куда ты идешь? Блаженный гуру, меня ты не ждешь. Тебя я не жду. Безумные танцы блаженного гуру, под песню шаманов уходит в тишину. Безумные танцы блаженного гуру, под песню шаманов уходит в тишину. Слушай, ты же хочешь пойти с нами к Сереже отмечать Новый год? Да, но ты ведь не берешь меня с собой. Я возьму тебя при условии, что ты мне поможешь. Конечно. А как? Ну что? Не получилось. Я так и знала, что ничего не получится, как всегда, все за мной приходится делать. Ну что, разрешила? Разрешила. Сереже пойди разрешила, а елку взять нет. Из неба же она свалится. А где елка? Я тебе говорила, не надо сбрасывать. Настя! Мы елку потеряли. А мы нашли. Так вы нашу нашли. Декабря он пошел мыть машину. Другого дня не нашлось. Было бы что мыть. Еще бы в баню пошел. Ну что ты молчишь, ну? Я опаздываю, понимаешь?
Сдалась тебе эта елка. Вот, все готово. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Здрасте. Здорово. Сколько эта елка стоит? Это 1000. А та вон? За 800. А вот это? Да та тоже по 800. У нас только 300. Есть по 300? За 300 вон веток можешь набрать. Блин, пожалуйста. Все, парни, давайте идите отсюда, мне работать надо. Слышь, мужик, ты что, жадный, что ли? Ты поговори мне еще, сопляк здесь. Воу-воу, а у вас лицензия на торговлю-то есть? А справка из налоговой службы? Какая справка, какая лицензия? Ты обычная. О чем вообще? С росписью и печатью. С росписью, иди давай отсюда. Я буду жаловаться в Гаагский суд. Куда? В Гаагу. Я тебе надаю сейчас по твоей Гааге, иди давай. Тяжелый случай, я невезучий. В одни ворота бой веду я сам с собой. Но ты разгонишь все тучи, я стану всех круче. Только верни свою любовь. Ребят! Вам белка нужна? Да. Идите сюда. Я услышал, вы там за 300 рублей хотели елку взять, да? Да. Вы не умеете вот торговаться совершенно. Все справки какие-то, угрозы. Я вот вежливо поговорил и по 300 рублей каждый взял. Ничего себе. Ну давайте, давайте, чего вы смотрите? Спасибо. Ну с праздником вам. Спасибо. Наступающим. 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 Понял. Что-то не понял. Растет она. Как растет, как и все остальные. Правда растет? Что здесь происходит? А? При отделении. Почему? Где мы вашего мужика сейчас найдем? А в отделении карточка не видно. Пошли.